ESL анонсировала турнир Women's Sydney Open 5 апреля 2018 года, 12 часов 55 минут Киберспорт, Counter-Strike, Global Offense и Electronic Sports League анонсировала турнир Women's Sydney Open по Counter-Strike, Global Offense. Информация об этом появилась на портале HLTV. Открытые отборочные пройдут 18 и 19 апреля, в них смогут принять участие девушки из Австралии и Океании. Лучшие команды по их итогам получат право выступить на LAN-финале, а также 1500 австралийских долларов на транспортные и жилищные расходы. LAN-финал состоится 6 мая на арене, где будет проходить IM Sydney 2018. Призовой фонд составляет 7,7 тысячи долларов США. Источник: чемпионат. Сообщить об ошибке. Комментарий.